Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Вампир, и я продолжаю проходить игру под названием Skyrim. И мы продолжаем проходить, можно сказать так, гражданскую войну, то есть гражданский вот этот квест. И нам сказано добыть зубчатую корону, и мы сейчас этим займемся. То есть это сказано как и имперцам добыть ее, так и вот и... нам, братьям Буря. То есть мы сейчас будем бороться за эту корону, и мы сейчас ее отберем. Там, конечно, сейчас придут братья Буря, то есть наши... как бы сказать... Ну, то есть, скажем так, солдаты тоже еще там будут, которые, блин, мешать нам будут. Лучше бы один, вот видите, они нас уже тут ждут. Я бы лучше один пошел, на самом деле, но придется только вот так. Я так и знал, что ты будешь с нами. Отличная новость. Мы вместе отвоюем Скайрим, да? Хорошо, что ты со мной. Мне от этого места не по себе. И даже не стыдно признаваться. О чем ты говоришь? Древние руины. Отец предупреждал меня держаться от них подальше. Он дело говорил. Ну да ладно, прорвемся. У нас есть задание, и никто нас не остановит. Приветствую, Галмар. Какова ситуация? Холодно, как в кишках у ледяного призрака. Но еще какие-то имперцы разбили лагерь у входа. Им так хорошо и тепло возле костров. Имперцы? Ладно, если они удобно расположились, давайте подкрадемся и отправим их в могилу, пока им хорошо. Что тут делает легион? Проклятые имперские шпионы! Ладно, по крайней мере, хоть развеемся. Они нас еще не обнаружили. Готовы пролить имперскую кровь за Скайрим? Все готово, выступаем. Рад слышать. Даже у имперцев может хватить мозгов расставить как... Слушайте меня! Эти имперцы тут не случайно. Их шпионы должно быть выяснили, что... Короче, пусть они там... болтают, я начну так. Ага, вон он один, вон он второй, вижу. Мы вот тут и спустимся. Готов. Че, у вас двое тут, что ли? Это все ваши... А, нет, тут уже трое вижу. Где-то еще. А, вон он стоит. Это за. Что? Интересно, кого я убил? Если он. А, то есть сзади еще был солдат? Замечательно, всех перебил. Они уже пришли тут, я уже всех перебил, по-моему. Поздно, ребят, пока вы болтали тут. Так, стальные стрелы мне еще пригодятся. Ворота мастера. Да нафиг мне их открывать. Не хочу. Давайте уже внутрь пойдем, я думаю. Бандит. Ха. Сюда бандиты пытались напасть. Видимо. Да-да-да, вот тут стоял он где-то, и я в него как-то нечаянно попал через кусты, блин. Вот это мне нравится. Быстро и кроваво. Они никогда не узнают... Ну это да, кстати, очень быстро. Они даже ничего не заметили. Что, кто, откуда. Пикнуть не успели, скажем так. Вновь бандиты. Да хорош бежать. Ну ладно, пусть они там разбираются. Я тут пока спокойно все буду забирать. Да я без твоего сигнала начну. Пора показать, от чего вы сделаны. Ух ты, как ты уклонил. Вот это мне не нравится. Скорее, какой-то бах или что это такое. Как он уклонился, то объясни. Он просто
отплыл от моей стрелы, и не побоюсь этого слова сказать. Ну реально, что это было вообще? Че они убежали-то? Идите сюда. Я за вами пришел. Аж подскочил. Япона, мать. Ладно, убьете там сами, а я... Дай стрелу заберу. Да дай стрелу заберу. Так, остальная стрела. Че, одна, что ли, у тебя стрела только была? Ах, хреново. Чё-то мало тут стрел. Грета, Энгар, стоять и охранять вход. Нам не нужно, чтобы подкрепление имперцев оставили нас врасплох. Остальные давайте за мной. Ну это ты правильно, что оставил, хоть сзади кого-то, то действительно могут. Так, нам, видимо, туда, но что вот тут, мне интересно. А, оттуда мы придем, понятно. Когда будем уходить. Добей. Отлично, добил. Так, так, так. Вниз давайте. Стрелы у меня, кстати, довольно хреновые. То есть я в данный момент стреляю из... Из гоевских стрел. Они, по-моему, говно. Я, кстати, хочу давно поинтересоваться. По-моему, они даже хуже железных. Так, где железные? Вот, железный урон 8, а изгои 7. Как я и говорил, они хуже даже железных. А, блин, убивают довольно эффективно. Место для засады. 10-1 они ждут нас на той стороне. Но другого пути. Да пусть ждут, я их сейчас убью. Да что за приз? Блин, зараза, не попал. Пусть встает. Вон он бежит. Это реально, какие же все-таки они легкие, а? С одного удара. Буквально убиваю. Они там решают, как сюда пробраться, как их убить. Че тут думать, я не пойму просто. Зашел, убил, все. Пуст, уже обыскали. Легкая броня повышается. Отлично. Давайте, наверное, сейчас вот стрелы соберу и сохранимся. А то я не сохранялся вообще сегодня. А то, не дай бог, что-нибудь еще не то. Так, давай, иди быстрее. Осторожно, парни. Впереди наверняка есть еще. Я хочу посмотреть, что вот тут. Тут какой-то... А, нет, это не тайный проход. Просто тут... Хотя, гляньте, куда-то подняться могу. Вот это уже интересно. Прям что-то заинтересовало. То есть можно туда и можно вот сюда пойти. Что же вот тут? А, это... Это назад вернуло. Понятно. А я-то думал. Они там что-то решают. Мы не уйдем отсюда, пока не получим то, зачем пришли. Вперед! Драугры. Видимо, сейчас будут. Вот растяпа. Да иди ты уже отсюда, а. Вот, видите, имперцы убитые. Ну, понятное дело, их драугры убили. Ну еще остались выжившие имперцы. Тихо, меня походу заметили.
Но пусть разбираются. Так, там какая-то ловушка или что это такое. Так, тут мне нужен коготь. А, он есть тут, оказывается. Я думал, что мне делать. Так, давай стрелы бери. Сейчас хочу посмотреть, что там просто. Похоже на коготь от каменной статуи. Ты пока там думай, что делать. А я пока сюда схожу. А, тут сундук. Да пух, побежали. Так, железная стрела. Ну, неплохо. Полезная вещь. Так, давайте посмотрим, что изображено на когте. Так, лиса, бабочка, дракон. Вроде где-то такой, кстати, уже я видел. Молодец. Так, сохранимся сразу. Да что ж, что, драугры. Раз сюда имперцы не попали, не смогли открыть эту дверь, то драугры вас ждут. Кстати, вот отсюда не мусь вылезет. Парни, рассредоточьтесь и посмотрите, что тут есть. Салага, делай то, что ты умеешь делать лучше всего. Посмотри, не сумеешь ли ты открыть эти ворота. Понятно, короче, где-то надо найти рычаг. О, вот это, кстати, походу... Как-то открыть можно, не знаю пока что как. Продолжай искать, Салага. Должен же быть способ открыть ворота. Я уже вижу рычаг, вот он. Получилось. Ладно, парни, идем. Ну как вот ту дверь открыть, пока вот... Ну, я, конечно, не рвусь к такому прям желанию, чтобы прям открыть ее. Блин, что-то стрела у меня не летит. Ладно, убьют, я думаю. Я стрел пока заберу. Ты начальник. Да пошла нафиг. Сдохла так сдохла. Нехрен было остановиться под мою стрелу. А вот она и есть, эта корона зубчатая. Извини. Но ты сама виноват. Что, вы убить не можете? Все, добейте. Бонитовый топор. Как можно скорее. И скажи Ульфрику, что с него будет. Хорошо. Немного задержимся и посмотрим, не найдется ли еще чего-нибудь.
полезное. Мне надо отнести корону и получить новое задание. Так, сейчас посмотрим, что тут в этом сундуке, где что-то будешь делать. Так, взлом повышается, отлично. Так, слово силы. Время замедления времени. Кстати, прикольно, а? Хотя я не помню, пользовался вообще этим или нет. Просто я люблю время замедлять. Так легче попасть и убить. Все, валим, короче, отсюда. Надеюсь, имперцы там не поджидают. Не, солдаты наши до сих пор стоят. По крайней мере, мы нашли распроклятую корону. Надеюсь, она того стоила. Надеюсь. Ну, так же было бы, если бы мы играли бы за имперцев. Наверное, по-моему, такая же была бы картина. То есть нам надо было принести корону. Но мы за братья Бурим. Так. Идем в Виндхельм. Приветствую, соратник. Здорово, здорово. Имперцы думают, что смогут удержать Фолкрит, но там покоятся души храбрейших воинов Скайрима. Что? Войдут в наши... Кстати, давайте нажмем, я что-то не помню. Неужели я это делал? Я за награды, пещера Каменной Ручи больше не представляет опасности. Великолепно. Это просто неоценимо. Что за лут? Странно. Получи свою награду. Надо тут это все расспросить, чтобы, если что там, по-быстрому сейчас я расспрошу. На трон из Грамора. Я убил Торуга, чтобы все увидеть. Я... Да, в том-то его отец, он был слишком глуп из-за элит. Однако собрание еще не объявили. Слишком пора нам выбрать настоящий. Мы воюем, потому что нам надоело проливать кровь за... Мы сражаемся, потому что Скайрим. Скоро мы выступим на Солитью. И в этот день в одном строю с нами. Имперцы думают, что смогут удержать Фолкрит. Теперь, когда Империя выброшена, это любому то, что мне удалось. Но убил его мой меч, пронзивший. Так, ладно, вот зубчатая корона. По-моему, ты должен Галмору бутылку. Провалиться мне в Обливион. Старый медведь был прав. Все прошло чисто. Порядок, все прошло чисто. Вот и молодец. Все подробности мне Галмор расскажет. Боевой топор. А да нафиг мне твой боевой топор, а? Хорошо, что... Забери у себе. Мне нужно передать сообщение. Я... Передай этот топор Балгруфу старшему. А, вон что. Топор? Да, топор. Если он оставит его у себя, значит, я выгодую время. Если вернет, значит, война. Ясно. Будь там поосторожнее. У Вайтранского ярла крутой нрав. Хорошо, сейчас пойдем в Вайтран. Там, конечно, хороший ярл такой. Он нам и помог насчет этого. Что тебе нужно, Барт? Он нам, как действительно, помните, помог насчет дракона. Что поделать? Такова военная ситуация, ничего не поделать. Я не особо преклоняюсь к империи, действительно, они что-то там с Талмарами дружат, шуры-муры у них там. А Талмар, я считаю, какие-то говнюки еще те. Это же тебе пришла в голову идея запереть драконов? Да, да, это мне пришла.
Так, почему у меня задание стоит? Давайте поставим. Сейчас, наверное, он офигеет, что мы именно мы ему принесли топор. Ну что, ты тоже здесь, чтобы моему отцу сапоги лизать? Да хранят тебя боги в битву, друг. Ярл Ульфрик Буревестник просит меня вручить тебе этот топор. Вот как? В настойчивости ему не откажешь. Полагаю, мне пора дать ему ответ. Провентус, что ты об этом думаешь? Если Ульфрик нападет на Вайтран... Как всегда, господин, осторожность... Лучше всего будет выждать. Добыча ждет. Я согласен с Эрилет. Пора действовать. Вы хотите выступить на Винхельм? Я не дурак, Провентус. Пора поставить Ульфрика перед выбором. Пусть выйдет со мной один на один. Или приведет своих братьев Бурестроем к нашим воротам. Да никогда он так не поступит. Зато ты получишь кинжал в спину. Торгу он честно объявил о своих намерениях. Очень. Просто подошел к мальчику и убил его. Этот мальчик был верховным королем Скайрима. Я, конечно, не верховный король, но и не мальчик. Если Ульфрик хочет бросить вызов моему правлению так, как это делалось в старые времена, пусть. Впрочем, думаю, он предпочтет, чтобы братья сделали все за него. Верно, верно. Свою силу он уже доказал. Теперь он хочет показать силу своих людей. Тогда могу ли я просить тебя рассмотреть просьбу генерала Тулия? Если ты так хочешь оскорбить ярла Ульфрика. Это Ульфрик оскорбляет других. Но Провентус в чем-то прав. Ульфрик не оставил неясности. В его глазах отказать ему значит встать на сторону Империи. И чем же плохо позволить кучке легионеров умереть вместо твоих людей? Это позиция труса. А подписать конкордат белого золота значит не трусость? Опять ты за старое. Тогда все было иначе. Был ли у меня шанс возразить против условий договора? Нет, не было. Ярлов не спрашивали. Просто поставили перед фактом. И мы должны были с радостью согласиться. Да, к тому же сундучок с золотом никому еще не повредил. Проклятие! Дело не в золоте. Пришло время принять решение. Подождите, господин, давайте посмотрим, насколько серьезно настроен Ульфрик. О, поверьте, он серьезен. Так же, как и я. Наконец-то. Так вот, насчет его топора. Можешь вернуть этот топор нашему другу. Это мой ответ досточтимому ярлу Виндхельма. Проследи, чтобы он к нему попал. Короче, будет война. Провентус. Принеси мне перо и хороший пергамент. Господин, мы собираемся написать письмо? Да, генералу Тулию. Хочу прояснить несколько моментов. Да, будет война с Вайтраном. Буквально сейчас. Как отнесу топор, начнется война. Ну, он, наверное, офигеет, что мы нападем. То есть я про ярла Виндхельма. Он меня как бы вроде бы считает типа другом. Но. Мне все равно. Будем уничтожать Вайтран. Так, где Ульфрик? Тулий квартирует. Ярл Вайтрана возвращает твой топор. Значит, я в нем ошибся. Ты был прав, Галмар. Опять? Я не в настроении шутить. Только скажи, мой ярл, и Вайтран твой. Вайтран только шаг на пути к цели. Я обошел наши лагеря. Мы готовы, Ульфрик. Ждем только твоего слова. Готов ли хоть кто-то отдать приказ, по которому умрут многие и многие? Нет. И далеко не каждый может отдать такой приказ, когда должен.
Но ты и есть тот не каждый, Ульфрик. Ты был им раньше и станешь им снова. И еще. Эти мужчины и женщины зовут себя братьями Бури, потому что верят в тебя. Это самые злые, самые крепкие сукины дети во всем Скайриме. И они хотят драки. Они хотят этого не меньше тебя. Возможно, даже больше. Ты уверен, что мы готовы? Армия Вайтрана без сомнения усилена легионерами, а его стены стары. Но все же не рухнули. Мы готовы. Я уже не молод, но я снесу эти стены голыми руками, если ты меня попросишь. Бедные стены. Им не устоять. Хорошо. Час пробил. Есть! Сообщи людям. Начинается новый день, и над Вайтраном восходит солнце. Слово разнесется, и сыны Скайрима встретят рассвет блеском зубов и мечей. Поход начался. Возвращайся в наш лагерь в Вайтране. У меня есть предчувствие на твой счет. Твое место на поле боя. Отправляйся. Так точно. Вернись с победой или умри со славой. Да прибудет с тобой Талос. Так, ну что, погнали. Перед нами стоит, ну, наверное, нетрудный бой. Там всего лишь будут стражники обычные. Так что для меня, наверное, будет это нетрудный бой. Так. Вайтран, военный лагерь. Причем, кстати, на карте Вайтран пропал, как видите. Ну что, давайте начнем. Да, вот они, катапульты. Армия, конечно, не прям не такая уж будет огромная, что вы думаете, какие-то баталии здесь будут. Не. Мало, конечно, будет людей, но довольно интересная битва. Они говорят, что наши идеалы лживы, что мы не более... Но нет! Мы крестьяне, мы ремесленники, мы сыновья и дочери лавочников, служанок и солдат. Мы сыны и дочери Скайрима. И мы добились столь многого, потому что наше дело правое. Потому что мы боремся как один. И потому что наши сердца рвутся от гнева. Для своей страны, для всех истинных нордов Скайрима. Стены Вайтрана высоки, но они старые. И выкрашены подобной империи, чей легион их охраняет. Они построили баррикады, чтобы задержать нас. Но мы прорвемся сквозь них и сквозь имперцев, что прячется за ними. Наша цель — подъемный мост. Если мы сможем его опустить, город будет нашим. Все со мной! Покажем имперским молокососам! Каковы истинные норды? Все, погнали. Прорваться за баррикаду врага. Ну, поехали, чё. Только что-то я стражников не вижу. Вон они появляются, вон они. Надо сначала со стен снять, будет мешаться просто. Так, давайте поближе подберемся, походить. А, вон еще стоит на стене. Ладно, хрен с ним. Зараза. Ха-ха.
Так, 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 так. Стрелы надо будет у них взять, потому что у них довольно много их. Где? А, вижу, вижу на стене. Сейчас сниму их. Да заколебал-то уклоняться. Вижу. Прячется зараза. Так, а как мне туда? Походу, как-то с другого прохода надо. Какой-то легионер пал. Как мне к вам? Тут, видимо, вот тут можно подняться. Давай, ну что, не поднимемся, что ли? А чё, всё, поднялись, а чё ты тупил тогда? Сейчас мы мост опустим. Бля. И понял, мать, он заспомнился здесь, это нормально? А, или не тут опускать мост? Не, видимо, не тут. Он тут спавнится, видите? Да я знаю, что он за мной. Так, ладно, давайте думать, как мост уже опустить. Пока что-то не пойму. С лука, что ли, надо попасть? Да нет. Так, давайте сохранимся. Потому что что-то как-то я не пойму. Там какие-то два рычага, но как к ним пробраться? Я чуть не пойму. Ой-ой, нечаянно. Может, действительно надо попасть, что ли? Да нет, вроде бы сейчас попал даже. Неужели по вот этой фигне мне надо залезть? Да глупо как-то. А мне кажется, что это очень... Глупо, но... По, ну, бляха-муха, ну это получалось, кстати. Давай-давай-давай, почти-почти-почти. Ох, отлично. Вот я и залез. Все. Добиться капитуляции... Ярла. Ну что, погнали. Жаль, конечно, действительно этого ярла. Он прям так помогал мне, но... Ничего с этим не поделаешь. Помогите кто-нибудь! Что такое? Да блин, ничего я попасть не могу. Стрелу надо забрать. Спешите, я к покоям ярла не буду. Потихонечку буду по дороге убивать идти. Блин, из-за них я вот не могу убить. Они все закрыли обзор. Куда ты будешь бежать? Тебе бежать некуда. Чума на империю. Вон они.
Да заколебал уклоняться, зараза. На! Не попался, что ли, опять? Да что такое? Попал. Кто там не стреляет? Тихо, ты так не махай-то. Ты еще попадешь по мне. Это стоит, по-моему, вообще не в теме, что происходит. Ломайся ты. За сынов Скайрима. Ты что здесь делаешь? Иди отсюда. Так, ладно, все внутрь. Хана вам, ребят. Хана. Блин, он надел прям такую прям офигенную броню. Но это ему не поможет. Так, сейчас сначала с вот этой разберемся. Прощай. Отдыхай. Что за фигня? Она меня магии бьет, блин, свои. Че, она еще жива, что ли? Видимо, жива. Е-мое. Ну ладно, они разберутся сами, я думаю. Как-то ты странно выглядишь. А ну, сдохни. Тут кто-нибудь есть? Никого тут нет. Какие ты странные. Я сдаюсь. Все. Мир! Всем стоять! Это приказ! Стоять! Вигнар, серая грива. То-то я заметил, что... Тщательно обдумай свое следующее действие. И теперь я знаю, почему. Что, просто кинжалом в спину было нельзя? Думаешь, это личное? Империи нет отныне места в Скайриме. А тебе? Тебе больше нет места в Вайтране. Сейчас это очень удобная позиция. Но попомни мои слова, старик. Скоро восстание Ульфрика выдохнется. Я найду того, кто и что тогда? Империя нужна нам не меньше, чем мы нужны Империи. Мы норды. И есть Империя. Нашей кровью она построена. Нашей кровью она и держится. Уж кому не понять, как не... Гляньте, уже нас тут расхаживают. Моя империя. Я мог бы молиться кому хочу. Я найду того, кто это сделал. Только что тут война была, и он говорит, я найду того, кто это сделал. Лишить ее души? Моя империя. Что-то не преклонила бы колен перед шайкой остроухих колдунов. Нет, эта империя и ее талмарская кукла императора могут поцеловать мою дряблую задницу! Скайриму нужен верховный король, готовый драться за эту землю. А Вайтрану нужен такой же ярл. Скажи мне, Вигнар, стоило оно того? Сколько на улицах валяется трупов тех, кто еще недавно называл тебя другом? А как насчет их близких? Хватит! Вы оба за стеной горящий город, и ему нужна власть! Он прав. Галмар, пошли, займемся порядком. Все еще не кончено. Ты слышишь меня, дурак старый?
Все еще не кончено. А ты? Ты из братьев Бури? Я был о вас лучшего мнения. Все вы пожалеете о том, что натворили. Сомневаюсь, дружище. Ты уже ничего здесь не сделаешь. Сообщи Ульфрику о нашей победе. У меня на счету точно больше убийц, чем у тебя. Он тебя, у него больше, чем у меня. Рассказывай, ага. Я что-то сомневаюсь, что у тебя больше. Я видел, как вы бьете. Троем одного убить еле могут. То есть долго бьют. Я знаю, кто ты. Слава Ситису. Ладно, иди ты. Гляньте, все в огне, а. Так, ладно, давайте уже переместимся и скажем, что все у нас выполнено. И, наверное, закончим на этом серию. Сейчас мы скажем, что все сделали. Мы взяли Вайтран. Теперь там какой-то будет другой ярл править Вайтраном. Хотя странно, вот по идее, как бы, должен все-таки сам Ульфрик тоже идти в атаку. Че он сидит, рассиживается тоже, блин, нашелся тут главный. Как-то странно. Ну ладно. Он вообще, походу, спит в своих покоях, если не ошибаюсь. Ну, нормально, чё. Его там, значит, воины, братья, можно сказать, воюют, а он спит, ему пофиг. Вот уверен, что он спит. Так, нет, это не та комната. Не, не спит. Мы выбили имперцев из Вайтрана. Это не хорошо. Мы, очень, а я. Хорошо. Теперь центр страны под нашим контролем. Это сильная позиция, и я ее удержу. Теперь мы будем звать тебя Ледяные Жилы. Ибо не твой меч, нафига мне твой меч. Просочилась в твое сердце. Вот, возьми. Это меч имперского офицера. Достойное оружие против наших врагов. Каков наш следующий шаг в борьбе с империей? Подозреваю, что ты принесешь больше пользы, если тебе дать немного свободы. Так что можешь драться с имперцами, как захочешь и когда захочешь. Освободить Фолкрит. Я бы хотел отправить тебя в наш тайный лагерь в Фолкрите. У Галмара на тебя большие планы, и ты нам понадобишься, когда мы освободим столицу. Ясно. За Скайрим! Ну что, сейчас, я как помню, будут такие однообразные задания, скажем так. Взять там башню или какие-то там крепостя такие неизвестные, скажем так, по названию. Сейчас вот такие будут задания, причем их много будет. Их будет там около 5, даже больше, наверное, кстати. А только потом, может, какой-то будет серьезный город, то есть типа Сальтьюда там... Только потом вот он будет. Так. Что теперь? Что я хочу? А. Переместиться. И там закончить на этом серию. Не понял, это что за фигня? Культист опять. Заколебали. Карга. Ничего себе, карга, она мне урон наносит. Неплохо так. Ой, повсюду. Так, сохраниться, потому что я не помню, где последнее сохранение было. Уходим нафиг. Ебана мать, вот это карга. Да откуда она стреляет? Я не пойму, как будто сверху откуда-то. Это ты что-то неудачно зашел. Так, давайте с горы посмотрим, откуда стреляет по нам.
Да заколебал уклоняться. Некроманты, короче. Япона, мать, вот это... Отлично. Блин, не попал вроде бы. Ну-ка еще раз. Ага, встает. Ну тогда лови. Да не попал. Мне показалось, что ее откинуло. Но это что-то пролетело вроде бы, тень чья-то. Блин, я не вижу ее, честно говоря. Где-то она лежит там в кустах. Давайте подождем, когда она встанет. Так, тихо, тень гриф. А, вот он. Что, она отлетела, что ли, действительно? Она же вроде там была. Походу, действительно отлетела. Интересно, девки пляшут. Как это она так смогла? Так, ладно, неважно, как она отлетела. Ну, серьезные ребята, некроманты, я лежу. Пойти посмотреть, что у них там было вообще. Я здесь вроде, кстати, уже был когда-то. Да, бывал я в какую-то серию, только не помню. Какую именно. Ай, поспешил. Это что такое? Так, золото и слабое зелье лечения. Давайте дойдем, посмотрим, может что-нибудь еще тут есть у них. Сундук. Бриллиант и 140 золота. Ладно, идем. К лагерю братьев Бури. Как сюда подняться-то, ё-моё? Ёбана мать. Надо найти подъем. Лагерь братьев Буря, Фолкрита. Ты не победишь врага, если так, сначала не победишь. Жду распоряжения. Ты отправишься в форт Нойград. Вот видите, вот такие форты мы будем захватывать довольно много тебя. Очень. То есть сейчас будут серии у нас идти однообразно очень. Я отправил туда разведчиков. Тебе нужно с ними встретиться, отыскать проход внутрь. Освободить наших людей и захватить форт. Они не ожидают нападения изнутри. Дело непростое, но потому я и посылаю тебя. Хватит тебе духу на такое? Конечно, хватит. А, нет ничего, с чем я не справлюсь. Хорошо, только не загнись там. Так. Ну что, это уже будет в следующей серии. Так что, надеюсь, вам понравилась эта серия. Ждите продолжения, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте комментарии. Ну и всем удачи. Всем пока.